Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, и в этом уроке я хочу показать маленький, но очень-очень полезный виджет, который позволяет делать вот такую анимированную картинку, изображение мышки со стрелками, с анимированными стрелками и анимированное колесико мыши, как бы показывая, мотивируя человека, прокрути страницу вниз, там что-то интересное. То есть сюда можно повесить якорь. То есть почему это полезный виджет? Чтобы такое получить, что бы вы сделали? Откройте Engine Animate и будете там делать анимацию долго. И еще не каждый сможет сделать. GIF-анимацию, например, в Photoshop, тоже надо состряпать, да, сделать. Благодаря теперь вот этому виджету, теперь очень удобно. У этого виджета можно настроить отдельно цвета, как стрелок, как обводка мыши, как колесо мыши. Все можно сделать разными цветами под ваш дизайн. Такую мышку анимированную, ну не именно такую, а похожую, которая мотивирует, которая говорит, что прокрути страницу вниз. Очень часто я встречаю на американских лендингах. Вот, теперь у нас есть вот такой вот виджет. На него можно повесить якорь. Смотрите, я кликаю по нему, и меня прокручивает до нужного блока. Итак, давайте перейдем в Adobe News и посмотрим, как он выглядит. Итак, вот этот виджет. Кликаем по нему, и у него всего три настроечки, то есть три цвета. По клику по цвету вылазит палитра, вы можете задать любой цвет, либо, если у вас есть какой-то определенный код цвета, да, прописать его здесь. Итак, первый цвет – это обводка нашей мыши. Давайте выберем зеленый и посмотрим. Сразу в режиме редактирования видно, что обводка мышки теперь зеленая. А второй цвет – это колесико мыши. Давайте сделаем красный. Третий цвет – это наши три стрелочки. Давайте тоже сделаем каким-то другим цветом. Вот, в принципе, видите, как быстро закинули такой виджет, и он вам очень хорошо поможет, очень быстро сделать его на странице. Ну и, в принципе, по якорям быстренько, обычным способом в Muse наверху находим якорь, кликаем по якорю, в нужное место на сайте просто вешаете обычным способом якорь, и этому виджету просто назначаем якорь, то есть кликаем по нему и выбираем добавить или фильтровать. И выбираем ваш якорь здесь в списке. Вот и все. Наша мышка анимированная готова. Вот видите, цвета все поменялись. Кликаем, все работает. Данный виджет разлетится как горячие пирожки, поэтому скачать его можно на моем сайте. Ссылка под этим видео. На этом все. Увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в 2 клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню, уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом и многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!